Сегодня в Ростовской области, в городе Донецке, суд начал рассматривать по существу дело украинской военнослужащей Надежды Савченко. Она обвиняется в причастности к убийству в Донбассе журналистов ГДРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. По данным следствия, Савченко корректировала артобстрел. Как заявляет в СКР, собраны неопровержимые доказательства. Заседание проходит при повышенных мерах безопасности. Квартал оцеплен усиленными нарядами полиции. Дело рассматривает коллегия из трех судей. Материалы насчитывают 42 тома. Сама Савченко своей вины не признает.